Здравствуйте, меня зовут Бугрей Виктор Викторович, я кандидат экономических наук и являюсь IT-специалистом ПАО «Сбербанк». Вчера я получил повестку, согласно которой я должен явиться для сверки документов воинского учета сегодня, 22 сентября 2022 года. После того, как я пришел, мне выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в 15.00 в отправку войска. Пожалуйста. Я никогда не служил воинских, не проходил срочную службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Показания здоровья с момента получения воинского билета у меня изменились. Однако, как мне сказали, то, что моя группа В сейчас подлежит воинскому призыву в военное время. Что планируете делать? Поеду, что делать? 15.00 или уголовное дело. Уже туда выезжаете? Знаете, куда? Как говорили, в Московскую область, но в Новороссийск. Там у вас собирают, да? А дальше вам не сказали, куда именно пойдете? Сказали, то, что это будет терроборона, но я не знаю. У вас есть дети в семье? Нет, детей нет, у меня...